Так, ребят, вот мы напилили ДСП, это у нас самый большой размер, я говорю в сантиметрах. Так, это 107 на 600, две штуки, два подлокотника. Это у нас 200 на 880, получается, вот это детали, это дно. И это уже 768 на 170, на 17 сантиметров. И получается, и вот эти вот 200 на 200 миллиметров, это у нас подлокотники, обратная сторона другая.